Ловля хариуса зимой – это всегда активный поиск. Редко удается обнаружить концентрацию рыбы и отрыбачить там целый день, обычно после поимки нескольких экземпляров. Рыболову приходится сверлить новую лунку, а то и вовсе смещаться на другой перспективный участок. Хариус – пугливая рыба и не начнет клевать сразу в пробуренной лунке, приходится дать ей немного отдохнуть, чтобы подводные обитатели успокоились и перестали вести себя настороженно. Для дополнительной стимуляции активности хариуса применяется прикормка. Это кормовой мотыль, смешанный с землей, кусочки рубленого червя или опарыша. Ловить хариуса нужно в придонном слое. Но при отсутствии поклевок обязательно в нескольких лунках стоит проверить и другие горизонты. Бывает, что рыба может стоять под самым льдом. Лучшей анимацией приманки при подледном лове хариуса является плавный подъем от дна. Большинство поклевок следует, когда мормышка или наживка поднимется на 5-7 см.